Ну что, паскуда? Я за ваше здоровье целую бутыль выпил. Крепкого вам здоровья, ведьма. Да потерял. Так и искал. Спокойной ночи, ублюдок! Ну-ка, дружба! Сучки отрубите! Жалкое зрелище! Пошла. Давай, ботва!
Лагерь брошен, хотя разрушения свежие. Похоже, я пришел слишком поздно, но это смотрюсь на всякий случай. Просто не выйдет. Помогите! Нам помощь! Спасибо, отважный рыцарь! Я собирала травы для настоек, увлеклась, забрела к северу и тут. Успокойся, все кончилось. Эти мерзавцы меня похитили. Наверное, выкуп хотели за меня взять. Но у мистера Лема столько неприятностей, он бы не сумел за меня заплатить. О, но благодаря тебе все прошло. Если тебе вдруг нужны травы, в Коронате у меня запасов более чем достаточно. Сходишь со мной? Мне здесь нужно еще кое-что сделать, но когда буду в твоих краях, я загляну. Буду ждать. Погоди, плотва.
каков жеребец. Не торопись. Но пошла. Да, это ведьмак на кладбище прибрался. Так что никакого шума не будет. Говорят, там какие-то духи ссорились. А мне хоть конь. Придержи. Плотва не так быстро. Из этого следует, что за бедами виноделен стоял граф Креспи. Надо рассказать об этом Матильде и Лео. Ростки архиспор. Что за дегенерат может разводить такое? Надо их сжечь, пока они тут все не заполонили. Thank you.
плохое место. Есть здесь что-то такое. Я чувствую. Мастер-ведьма, есть ли какие-то вести? Я нашел доказательства того, что все неприятности Короната и Верментина были кем-то подстроены. За всем этим стоит некий граф Криспи. Что? Криспи? Владелец Бельгарда? Это невозможно! Вот тут все написано. Действительно, у него был мотив. Он понимал, что если Короната и Верментин объединят силы, то у него не будет никаких шансов. Поэтому он решил их рассорить. И ему это удалось. Но его планы сработали не до конца. Им помешала бестия. Быть не может. Ты хочешь сказать, это не Лиам?
Я все время был уверен, что это дело рук Матильды. В свете вновь открывшихся доказательств было бы справедливо, чтобы Бильгард перешел под управление обеих пострадавших сторон. Погодите минутку. Вы предлагаете, чтобы мы сотрудничали? Да, это лучший выход. И он же самый выгодный для всех виноделин. Не верю, что я сама это говорю, но я с ним совершенно согласна. Кажется, пора закопать топор войны. В общем, три винодельни не одна. Может, и правда что-нибудь выгодаем на этом. Пусть будет так. Это еще не все. Я решил проблемы в ваших винодельнях. Они снова смогут работать нормально. Прекрасная новость. Хорошо, что вы наняли профессионала. Тем более, что помощь его может еще пригодиться. Но не будем торопиться. Приглашаю вас со мной. Пора смотреть Бильгард. Ведьмак, пойдем с нами, прошу тебя. Мне кажется, у нас еще будут для тебя задания. Ладно, идем. Я не случайно хотел отдать Бильгард в руки человека распорядительного. После смерти владельца винодельня пришла в изрядное запустение. Говорят, несколько работников погибло. Чудовища рыщут по округе. Прежде чем здесь обосноваться, придется справиться с этими неблагоприятствиями. Таково желание министра. И снова работа для меня. Если ты согласишься, мы с радостью примем твою помощь. В принципе, я уже согласен. Ох, прямо камень с души свалился. Без награды ты точно не останешься, обещаю. Я возьмусь за это. Ты мне поможешь, правда? Берегись, люди! Ведьмак едет! Эй, ты, с мечами за спиной! Помогите нам, тут чудовища! Снова у меня кости ломит. Если я собираюсь избавиться от Андриак, придется это взорвать.
Я... Спасибо. Но! Что там такое? Бинты! Бинты! Да где они? Бинты ему уже не помогут. Что? Но он только что еще дышал. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране смерть – вопрос нескольких минут. Боги. Что тут произошло? Я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь, перебинтовать, и тут вы появились. Помочь незнакомцу – дело достойное. Если честно... Я, когда его увидел, испугался, что это засада. Чуть было плетью его не ударил. Ну, как я мог бросить человека в беде? Нехорошо это. Неправильно. Многие считают это очень даже правильно. Если хочешь идти, вытри как следует руки и сожги рубаху. Можно для верности еще и кожу тимьяном натереть. Запах крови может привлечь упырей. Кто? Кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. А, понятно. Вы думаете, его какой-то монстр убил? Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая. Края гладкие. Колющее оружие или мощные когти?
Может, виверна? Сложно сказать. Хм. Необычный нагрудник. Покрыт патиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать из того дома, но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Погодите, я пойду с вами. Так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Дорога ведет к дому на холме. А там гробовая тишина. Наверное, ноги он себе здесь сломал. Пытался перелезть через стену и упал. Похоже, он хотел отсюда сбежать, но не мог открыть ворота. Сгорел заживо. Температура была огромная. Лебеда, проповедник благой вести. Спаси нас и сохрани. Твою-то мать. А здесь-то что творилось? Банкет? Служанка. Заколота. Больше дюжины ударов. Некоторые нанесены посмертно. Поверить не могу, что это дело рук человека. Такое только чудовище могло сотворить. Тело пробито очень мощным ударом. Сталь он прошел насквозь. Нагрудник такой же, как у человека с тракта. Горло разодрано одним сильным ударом. Рядом щит, старый и выщербленный. И церемониальный меч. Работа Айнсиды. Церемониальные чаши? Для жертвоприношений? Каких? Прошу, не говорите, что человеческих. Здесь горело? Взорвалось? Какой крепкий запах. Множество ран на теле. Раны колоты, но отчего непонятно. Это человек, но одежда эльфская. Вы уверены? Откуда он ее взял? У нас в Тусенте нелюдей совсем мало. Убегал, потом упал на землю, чтобы сбить огонь. Безуспешно. Запах гари становится слабее. Может, кому-то удалось отсюда убежать. Куртка горела, он содрал ее себе, бросил и помчался дальше. Thank you.
Послушайте, может, там нет никого? Я знаю, что ты внутри. Слышу дыхание. Открывай. Мы тебе ничего не сделаем. Они все еще там? Послушай, я ведьмак и хочу тебе помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. Кто такие они, о которых ты говорил? Это... Я не знаю, кто это были. Духи. Все случилось так внезапно. Мы готовили сценку. Девитав приносит жертвы. Вспыхнул яркий свет и ослепил меня. Я слышал крики, но ничего не видел. И тут моя одежда вспыхнула. Я начал бежать, сорвал куртку, забрался сюда и запер за собой дверь. Я слышал, как они ломятся в дверь, решил уже, что вышибут и мне конец, но потом все затихло. А кто ты, собственно, такой? Дюран Фошер Пламандон де Саварин. Правитель этих земель и председатель исторического общества Тусента. Каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения, но такое у нас впервые. То есть, реконструируя сцену из прошлого, ты нечаянно призвал духа. Наверное, Каргадуха или Стуба. Корго... Что? Лучше всего, конечно, все повторить. Вы с ума сошли? Хотите, чтобы эта тварь нас убила? Нет. Хочу, чтобы она никого не убила, поэтому мне и нужно, чтобы ты заново ее вызвал. Тогда за дело возьмусь я и покончу с ней раз и навсегда. Дюран, как думаешь, я смогу в одиночку разыграть эту сцену? Это было великое событие. Капитуляция последнего эльфского короля Тусента. Понадобится хотя бы 3 человека. Вы знаете, о чем я хочу попросить. Мне нужна ваша помощь. Но я пойму, если вы откажетесь. Нет возражений? Хорошо. В таком случае займитесь телами. Время есть, представление будем устраивать ночью. Вещи такого рода после захода лучше получаются. Остается только вопрос моей оплаты. Я бесплатно не работаю. Понятное дело. Но ежели захочешь безопасности, так за ценой не постоишь. Я буду королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, сыграете эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Девитав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множество факелов. Витав положил у ног Людовика Биннер, эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. Потом Девитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином Гвинет, сладкой кровью земли
которой он лишился. Наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Не сгибая спины, эльфский король обнажил клинок и упал на колени, признавая свое окончательное поражение. И молвил Людовик: «Я принимаю твою власть и вернусь через год». Смотрите! На статуи посмотрите! Быть такого не может, мамочка! Скульптуры, они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... Может, мне лучше начать сначала? Этот Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Горгоной в 782-м. И хорошо, что так. Ведь Девитаф собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы — воплощение коварства. Тьфу! Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю, а людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Да, в каком-то смысле. Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак, но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. Прощайте.
Возвращались бы вы, мастер, на дорогу. Здесь наши пути разойдутся. Пошла. Теперь помни. Дорогая моя, ты прекрасно... Жрать хочу. Широкая, как арбуз. Ах ты, льстец. Ну и то правда. Мне уже лучше. Никогда С тех пор, как так на кладбище не было, все успокоилось, чтобы никак не было. Ведь поспать могу.
это ведьмак Севера. Он все исправил. Привет! Здорово! Жрать хочу. Оу! Дочь его ж кости ломит. Этого даже на парикмахера не хватит. Не то, что на мои товары. В жилах тусанка течет. Сюда! Я вас... Что принесет нам завтра? Шлюха тоже женщина, только капитал у ней в проверке. Как с бабой, всегда поменять можно. Ведьма, ты отличный парень. Спасибо за помощь.